Мечта Скряги. Мечта Скряги — классический фокус. Мы все помним, как дядюшка Дэйв вытаскивал монетку из-за уха. Но то, что я вам покажу, — это следующий уровень фокуса. Для него нам понадобится монетка и ловкие пальцы. Речь идет о том, как создать из ничего одну монетку, а потом мы обратимся к тому, как получить несколько монеток. Создание монетки — простое перемещение монетки с ладони к пальцам. Необходимо делать это стильно, например, вот так. Совершая движение правой рукой к локтю, носу, к уху, допустим, к левому локтю, прикасаясь ладонью к руке, вы надавливаете на монетку и перемещаете ее к пальцам. Итак, подносим руку к локтю, создаем монетку. Вот отличная иллюзия получения монетки из ничего. Сейчас я вновь и вновь буду создавать монетку. Продвигаю ее к пальцам, прячу в ладонь, к пальцам, в ладонь, к пальцам, в ладонь, к пальцам, в ладонь. Идею вы поняли. Монетка изначально прячется в правой ладони. Теперь мне понадобится кружка или чашка, или что-то в этом духе, и еще несколько монеток. Эти монетки я кладу на пальцы левой руки и прижимаю их к внутренней стенке кружки. Вот таким образом. Видите? Остальные монетки уже внутри кружки. Держа кружку таким внутри, спрятаны монетки. Теперь я создаю первую монетку, показывая ее и якобы бросаю в кружку. Но на самом деле это подмена. Помещая монетку внутрь, я незаметно прячу ее в ладони, чтобы она снова появилась, когда я совершу следующий пас рукой. В кружку же я опущу монетку из-под пальца левой руки. Кажется, что здесь первая созданная монетка. Эта монетка возвращается на исходную позицию, я достаю ее из-за уха другого. Еще одна подмена, еще одна монетка и снова подмена. Продолжая таким образом, вы можете создавать все новые и новые монетки и бросать их в кружку, а потом дойти до грандиозного завершения, попросив зрителей схватить невидимые монетки и подбросить их в воздух. Вы поймаете их все в кружку, создав из невидимых монеток настоящие.